Приветствую вас. Ну, собственно, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович вам раскрыл одну сторону того, что составляет проблему. То есть, если вы сами относитесь к этому негативно, если вы сами принимаете это на свой счет, то для того, чтобы решить данную проблему, необходимо перестать принимать на свой счет то, что делает человек. То, что делает мужчина. То есть вот то, что он смотрит. А порно это не значит, что с вами что-то не так. Именно вот с вами в целом. Да. Но если вы принимаете на свой счет, то проблему решить будет достаточно сложно. Потому что вы не сможете адекватно подойти к этой ситуации. Дальше. У мужчины есть некая проблема. Между вами есть некая проблема. Мужчине чего-то не хватает. Либо мужчина изначально имел такую вот зависимость. И здесь необходимо делать анализ ваших отношений, чтобы понять, чего конкретно ему не хватает. И используя конструктивные методы общения, такие как я-сообщение, метод жесткой любви, гармонизировать ваше взаимодействие. Если у человека есть к вам чувство, рано или поздно на это откликнется, если нет, то это означает, что вам с мужем больше не по пути. Но никак на свой счет то, что происходит с вами, вам воспринимать не нужно. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. У вашего мужчины, очевидно, есть зависимость. Зависимость – это всегда реализация какой-то потребности, например, это снятие тревожности. Соответственно, вашего мужа что-то тревожит, соответственно, вам вместе с психологом, возможно, нужно разобраться, что это может быть, и постараться ему помочь, но в строгих границах и в строгих пределах. Вот. Такая вот история. Но для начала разобраться с тем, как вы сами это воспринимаете. Чтобы не было такого, что вот на свой счет вы это воспринимаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.